Ваша очередь. О, это Лина из прошлой. Да-да. БХ? Ладно. По-моему, ваша очередь выбирать. У нас меньше шансов. Может, в Эрку? Так, что там с БХ делали? А, у меня же здесь есть патч. Патч ноуты. Баунти Хантер, это один из первых. Так, этого не меняли. Абаддон. Ability reworked. Curse of Awareness пассив. Четыре удара и сало? Сильно. Так, Баунти Хантер. Ability reworked. Ворует золото у врага. Трек скорость только к себе. Трек не сбивает и не есть. И золото по всем. Интересно. Да, да, действительно. Can I have a tango? Can I have a courier? What's wrong with you? Курьера нет. Значит, нет центря. Джаггер соло лейнит. Хотя, если мы антимага будем гновить, там Джаггера будет гновить, в принципе. Так, что кентавры переработали? Почему нигде не пишется в самой игре? Кентавр. ABCD. Кентавр ранен. Ability reworked. Уменьшили урон. Бонус к силы к урону. Так. Ого, как много он возвращает. Ничего себе, как он с руки сейчас наваливает на своем героя. ХБ подъехала. А, ХБ все еще не агрится. А почему должны быть? Почему это подлагивает? Я. А, это у всех, я понял. Как он меня здесь видит? Так, к нам-то подает кто? Абадон? Или Чен? Чен.
Просто летаю с этим тапком. Но летаю криво. Этого не отнять. Can you flask me, please? Так, хоста. Пойду на мид к морфу. Пока я летаю здесь по карте. Да, опыта маловато, согласен с тобой. Че ты клиндуешь, сын параша? А, Мипо, just a little bit of harass and he's dead. Я его сейчас. Я его солга. Ну, по-моему, не убивал ты его. Да я лагаю. Я не понимаю, что происходит. 7 секунд у меня голдаун все-таки. У меня 20 секунд. Да уж, вообще лагает. Что это? Как мне это играть? Я готов еще раз. Но мне нужно похилиться. Ну, если я как бы сало дам, то его перекачу. Попробуй. Можешь начинать. Он видит. Ладно, через минуту приду. Как же лагает дота сильно. Что БХ делает? Как же он стилит экспо? Бред. Сетка? А, все нет. Какая разница, он перекачет. Плюс у меня маны нет.
Жди меня, я первый. Я стал там, потом. Наверное, это того стоило. Такие лаги за ним вообще. Просто не понимаю. А чё за талант-то? Ты о чём? 6 маны стали хуже, чем были 4 маны. Это, наверное, очень важно, там ПТ. Прям очень важно. Дайте, пожалуйста, Куруш, прошу, умоляю. Привязывайте, куда хотите. Ой, что-то я куда поставил вообще? Отлично. Офигеть, даже у меня звук с запозданием получается. Ладно, не страшно. Вот так тем более не страшно. Почему так мало денег у БХ? Интересно. Так, мне на боковую лавку. У меня почти арканы. Это гости. Продолжится сражение.
Почему не поливны? А, он поэтому базу стоял, я понял. Да, слегка обидно вышло. Ой, ну, с воротом сюда. Что это у него? Краун? Четырем или было? А чё же он не покрутился-то? Выжил, мне кажется. Ну, шанс маленький был. У тебя герой хилится. Я понимаю. Я просто затильтовал совершенно. Почему? Что за баг должен быть? Так, что-то у вас многовато. Ну нафиг. Да, стример ускорился.
Тип аут? Почему не тип аут? Зачем? Так ты моргал, я не знаю зачем. Ты... Я думал, тебе не хватает. Это не я моргал. Я понял, я не понял. Я понял, я не понял. Что? Ты будешь смеяться, когда шучу? Это будет меня поддерживать. Да сейчас вообще игру они, конечно, полностью перевернули. Я не знаю сейчас, какие герои будут в мите. Какие нет. Непонятно. Ничего. Да, мы можем собраться вместе и закончить. Наверное. Отвыкнуть от старого леса. Сооружение сил тьмы укреплены. Можем? Я рядом. Что, я бегу, наверное? Отлично. 8 стрик, 8 убийств стрик. Да дайте куру. Рядом. Thank you.
Истощение не сайленс. Не вовремя прыгнул. Чуть-чуть бы раньше. Или позже. А так никто не сюда получилось. Джаггер очень мало денег. А, вот где у них хоп стоял. Что-то я тупанул, в самом деле. Забыл, что здесь тоже есть хараунд. Да все так. Что? Все так же, ничего не поменялось. Кроме вот этого Bounty Hunter. Топщикову надо. Я очень много мисплеев делаю. Мне аж противно. Вообще мы можем реально закончить уже в пятером давно. Я вот его мог сорвать. Почему-то не везло. Мом на БХ. Чудом выжил. Пойду за регеном. Почему втроем, вдвоем бегаем? А так, да, можно решено сказать. Просто бегаю, пытаюсь драться. Не знаю зачем. Не распаун, вообще шок какой-то. Если я суицид нажал, я бы его убил, конечно. Это морф не проблема. Если линку не купит. Ну, да. Да, да, сейчас. Почему приоритет у Леона? Что у него за способность такая? Справедливое подношение. А, урон за убийство? Прикольно. У нас Джаггер вообще не играет. Примут. Да, next нажму. Я бы что-то думал, я привык, что какая-то манта есть или еще что-то. Как мипа тоже, одним из плей. Собираешь хекс.
Там стоит кентавр. Перед пиковом. Ты сдох, зато мы ничего не можем делать. Чел, просто прыгни за хекси морфа и все, у него нет линки. Просто хекси морфа, все. Левантима. Дай ТП на кенте, забери Рошана, ну что ты где-то? Бежишь что? Я не вижу. Так... Как можно без маны бегать? Я не знаю, на джаггере, конечно. Слабое звено. Вот на мины забайте, чтобы убрал все. Беги сюда. А ты ушел почему? Потому что я 100 хп. Как он видит-то? Почему он видит? Морф рядом, если что. Тут визия центра. Упал, да. Минус 5 секунд перед зарядки пуф. То есть он может пуфаться просто бесконечно, пока мана не кончится. Я каждый раз покупаю ТП, потому что я не вижу его у себя в запаке и думаю, что мне его не хватает. Можешь сломать? Я в смоке просто. Мы не дефаем. Я без мин. Меня там нет. Почему не застанем? То есть хп. Да, мест много. Но темп игры очень сильно повысился в то же время. И мест даже слишком много получается. Да, реально как кастом какая-то. Согласен. Эту центральную башню противника мы больше не увидим. Старайтесь стоять на этой мине. Она невидимая. Я не знаю, одна игра другой стране просто.
очень темп высокий. Я не знаю. Вот раньше было гораздо все медленнее, спокойнее. Сейчас сложно.